Всем привет, хочу показать наш номер. Ну, в принципе, я за 17 тысяч чего-то большего не ожидал. Смотрите, имеется шкаф, мини-холодильник, тумбочка, две вот такие кровати и диван. Ну, раскладной у нас будет, дочь на нем спать. Я его подвинул, он стоял ближе к окну, тумбочка стояла возле кровати. Тумбочку вот эту вот убрал и попросил еще дополнительный комплект. Постелить и подушку ребенку. Здесь у нас вот такая тумбочка, зеркало, телевизор Dexp. Ну, в принципе, обычный телевизор, там, 1000 за 12. Кондиционер работает, даже что-то дует. В принципе, пол плиточка, стены, ну, тупо краска, но стены вот грязные, можно было, конечно, протереть. Люстра горит, одна лампочка. Потолок вроде беленький, но вот мухи можно, конечно, это убирать потщательней. Здесь у нас шторы можно завесить. И давайте такой вход у нас. Вот две двери. Тут тоже типа прихожая. Можно обувь поставить, зеркало, крючки, что-то повесить. Туалет. Туалет, ну, такой, в принципе, средненький. Ни большой, ни маленький. Унитаз, мусорка, ёршик, бумага, зеркало. Тут у нас штора, душ помыться и тоже розетка и повесить полотенце. В принципе, ну, так все аккуратненько, вроде так особо претензий никаких нет. Ну, конечно, нужен ремонт. Уже трещинки пошли. Надо это дело подштукатурить, подмазать и подкрасить. Ну, а так, в целом, ну, в принципе, я лучшего и не ожидал за 17 тысяч. И улица, смотрите, соседний отель. Здесь у нас вот так. Вот так. Внизу там тоже народ. В общем, такой вот номер. Телек показывает нормально, 20 каналов, даже еще какие-то радиоволны принимает. По розеткам, смотрите, вот здесь двойная розетка. Тут, где кондиционер, можно еще розеточку задействовать. Потом, здесь двойная розетка, здесь двойная розетка. Я уже говорил, в ванной двойная розетка. В принципе, нормально, можно подключить много всего на подзарядку. Ну и, в принципе, можно посмотреть телек, если захочется.